Крупное задержание на границе. Уссурийские таможенники пресекли незаконный вывоз валюты в Китай. Жительница Поднебесной пыталась переправить на родину более 2 миллионов рублей. За 2016 год возбуждено уже третье уголовное дело по контрабанде денег. За весь прошлый год было 5 подобных преступлений. С каждым разом мошенники изобретают новые способы перевоза запрещенного груза. Последняя попытка пресечена на таможенном посту в Полтавке. Гражданка КНР везла деньги в специально изготовленном текстильном поясе, который был спрятан под одеждой. По закону, без специальной декларации возможно провести через границу не больше 10 тысяч долларов. Крупный размер – это когда свыше двукратного превышения разрешенного к перемещению наличных денежных средств и денежных инструментов. Здесь наказание идет от 3 до 5-кратного размера незаконно перемещенной валюты – это штраф или с конфискацией, либо до 2 лет лишения свободы.